Новый премьер-министр Италии Джузеппе Конти представил Сенату основные пункты правительственной программы, сообщает Ле Фигаро. В частности, глава итальянского правительства заявил, что его страна поддерживает пересмотр экономических санкций, наложенных международным сообществом на Россию. «Мы будем продвигать решение о пересмотре системы санкций», — заявил Конти, выступая с речью перед итальянскими сенаторами. «Мы станем выступать за открытость по отношению к России, упрочившей в последние годы свою роль на международной арене в решении различных геополитических кризисов. Кроме того, Россия является важным экономическим партнером для Италии», — добавил Конти. Как напоминает издание, Италия уже долгое время пытается добиться, если не полной отмены, то хотя бы облегчения антироссийских санкций со стороны ЕС. При этом новый итальянский премьер подчеркнул, что Италия остается убежденным членом НАТО и рассматривает США в качестве приоритетного партнера. Конти также уверил парламентария в своем намерении положить конец бесконтрольной миграции, подпитываемой напускной солидарностью. «Мы не являемся и никогда не будем расистами», — подчеркнул глава правительства, добавив, однако, что Италия не может быть оставлена один на один с иммигрантами. По мнению Конти, внутри Евросоюза должна существовать автоматическая система обязательного распределения беженцев.